Вітаю вас, друзі. У Соловйова та Скабєєвої знову істеричний припадок. І ні, не через наші успіхи на фронті і додаткову зброю. Їх розірвав візит Блінкена до України. А точніше те, що він відвідав київський Макдональдс. Іменно гастрономічна історія на цей раз зовсім сумасшедша. Итак, министр иностранных дел Украины повел американского хозяина в американский Макдональдс. То есть не в ресторан национальной кухни. Не предложил ни борща, ни горилки, ни сала. Блинкина дома не кормят. Притом ему даже сложно скрыть отвращение, которое он испытывает в Макдональдс, потому что ясно, что видеть человека статуса Блинкина в Макдональдс, тем более выслушающего какого-то аборигена, рассказывающего, что он так круто похмелялся в Макдональдс. То есть, вот называется, что с моей жизнью пошло не так. Значит, сидит Блинкин так, смотрит и говорит, думает, господи, мне-то это за что? Мало того, что приходится есть этот отстой, при этом, нет же, чтобы нормально, наверное, да, френч-фрайс и пирожок. Два мужика. Френч-фрайс и пирожок. Они что, полупокеры, что ли? Хто ще тут полупокер, і так усім зрозуміло. Бо від бажання поїсти у неіснуючому в РФ Макдональдсі пропаганда просто зомліла. Сідайте зручніше, далі буде ще цікавіше. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут по горячим следам». Итак, в Киев приехал белый господин, госсекретарь США Блинкен. Пообещал выделить Украине еще $1 миллиард, 2/3 которого уйдет на оружие. Политико сообщает, что Вашингтон, глядя на провал контрнаступления, решил впервые передать Украине радиоактивные урановые заряды, которые вызывают и заражение территории, и онкологию местного населения. О, наша пісня гарна й нова. Візит Блінкена та оголошення допомоги для України неабияк збентежили пропагандистів. Розуміючи, що їхніх солдатів чекає пекло, фейкомети взялися знову качати тему про смертельно небезпечний збіднений уран. Вашингтон посилає на Україну все більше і більше опасне оружие. Началось з касетних боєприпасів, ми прекрасно пам'ятаємо. Тепер ВСУ поступить уже снаряди з обідненим ураном вслед за британцями. По-моєму, американцям все одно. Ведь йде зараження не тільки людей. Йде зараження місцевості, землі, води. Слушайте, воздух. Но не їх же місцевості, да. Не їх землі і не їх води. А знаєте, чому ці снаряди так вибісили пропагандистів? Бо вони їх бояться. Боєприпаси дуже ефективні проти ворожих танків та бронетехніки. У цьому окупанти вже переконалися. Після їхнього застосування вони ой як матюкалися. Першої снаряди зі збідненим ураном передала нам Британія ще у березні. Тож розповіді про онкологію, 6 пальців на руках та мертву землю ми вже чули. Саш, то, что ты точно видел своими глазами, это применение снарядов с обедненным ураном и в Югославии, и в Ираке. Насколько это опасная история, как мы ответим? Смертельно опасная. Смертельно опасная. Я помню, когда пытался найти в Ираке, который американцы освободили, свое любимое блюдо мозгуф. Это карп на костре приготовленный. Вкуснейшее иракское блюдо. В арабском мире оно не распространено, только в этой стране. И мне говорят, товарищ, нету, потому что в наших реках, полных снарядами с объединенным ураном, эту рыбу есть нельзя. То есть вся среда погибнет. Она внешне будет такая же, там, может быть, зайцы с двумя головами там, и все остальное. Но мы здесь в ужасе все вообще. Те люди, которые не народ, а те люди, которые знают, что это такое. Я вот был во Вьетнаме, в Дьен-Бьен-Фу, был в Ханое, когда видел до сих пор детей с 6 пальцами, с 7 пальцами, после оранжа и тех вещей, которые американцы там делали, творили. Вот. И они хотят сюда принести это все. В Запорожье, в Херсон, в Донбасс, под Харьков.
По-перше, якби ці снаряди були настільки небезпечними, то їх би заборонили. А по-друге, дослідження довели, що використання збідненого урану під час війни у Іраку та Югославії ніяк не вплинуло на канцерогенну ситуацію. Ба більше, немає жодних наукових фактів, які б доводили зворотнє. І взагалі, чому ви так завелися? У вас же, как всегда, все под контролем, все хорошо. И это вселяет надежду на то, что действительно все будет еще лучше. Але ні, не буде. Наступ України набирає обертів. І від цього Скабєєву ще більше поплавило. Ежели официальная Москва относится к применению этого вооружения, если оно появится на Украине, как к применению грязной ядерной бомбы? Наши действия. Мы тогда наносим удар и... По кому, почему и чем? На мой взгляд. Если это, еще раз, мы трактуем как применение грязной ядерной бомбы. Опять-таки, на Западе в качестве контраргумента нам могут сказать, что применение этих снарядов не является грязной ядерной бомбой. Опять-таки, нам это могут сказать. Ну, они сказали, но мы-то так считаем. Наши действия. Наши действия, опять-таки, с моей точки зрения... Вовсе не обязательно переходить к нанесению массированного ракетно-ядерного удара, а все-таки добиваться успеха на полях сражений обычными средствами поражения. Вот так, чтобы они... Ой, Михаил Михайлович, а то так складывается ощущение, мы вокруг себя чертим красные линии, они их переходят, плюют на нас, плюют, а мы опять... Ну, на мой взгляд, все-таки, опять-таки, все решается на полях сражений. Честно говоря... У нас боеприпас такой же на наших пушках есть, на 125-й пушке, на гладкоствольной, на всех танках, которые есть. Для наших танков в 2018 году принят на вооружение снаряд «Свинец-2», который также имеет сердечник из объединенного урана. Ой, як невдобно получилось, правда? Ще одна тема, яку активно поширюють пропагандисти на кремлівських каналах, це візит китайських блогерів у Маріуполь. Грандиозный скандал. Медукраина после приезда группы китайских блогеров в ДНР потребовал от Пекина объяснений по поводу цели визита и пути попадания туда. Также Киев намерен запретить китайцам въезд на Украину и внести первых китайцев на миротворец. Поводом для скандала послужили вот эти кадры. Оперная певица Ван Фан из Китая поет на развалинах драмтеатра в Мариуполе, который российская армия пытается восстановить после удара нацистов. Ван Фан исполняет «Катюшу», украинцы страшно обиделись. Почему такая истерика в Министерстве иностранных дел Украины? Ну, все же прекрасно понимают, это не китайские блогеры приехали на освобожденный российский Донбасс. Это великий Красный Китай прислал своих представителей, тем самым подтверждая, что наши новые территории, вошедшие в состав Российской Федерации, их в Пекине считают российскими. Вот что значит перевод с дипломатического языка на язык реальной политики. Если еще проще сказать, китайские блогеры, несмотря на свободу слова в Китае, просто так никуда и без разрешения не ездят. Еще раз, оперная певица из государственного китайского оперного театра. Подобного представить себе просто так, без согласования, без санкций, без разрешения, имея в виду тяжелую дипломатическую ситуацию, невозможно. Так что огромное спасибо товарищу Си. Олечка, думаю, товарищ Си за такі слова тебе по голівенці не погладить. Взяла і видала Китай. Хоча не виключено, що це навмисний спектакль пропаганди, бо офіційно Пекін підтримує територіальну цілісність України, але не готовий до відкритого програшу Росії. Ми боремося не тільки і не стільки за Донбас, за юг Росії. Ми зараз... ведем борьбу за российское государство как таковое. Они не оставили своих планов победить, расчленить, уничтожить и будут эти планы притворять в жизнь. И чтобы эти планы якнайшвидше реализовались, не припиняйте допомагати ЗСУ. Це був обережно зомбоящик. Дивіться нас, підписуйтеся та поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. До зустрічі!